17 марта 2015 года, время 13 часов 28 минут. Подъезжаю в Горномарийский районный суд. Подавать сейчас на списке. Да? Она сказала. Сказала? Ну, а я ее уже не ожидал. Она подруга не моих суровых. Так что ждите. Жива-здорова она. Я беспокоюсь. Когда сказать будет, чтобы она не умерла. Чтобы она чувствовала все. Я беспокоюсь. За врагов, наверное, всегда молиться говорят. Привет. Чего случилось? Да? Ага, понял. Ну ладно, вы скажите, Кузнецов приходил, привет передал. Все. Пошли себе улицу. Очень, это как бы совет интересов. Повестку возьмешь на любой день, можешь на сегодня, можешь на завтра. К нам туда. Объясняю. Это по поводу, значит, исполнительного производства, который 32 там тысячи, какие-то у тебя есть. А. Вот по этому делу. Он еще, он не вступил в дело? Вступил в том-то дело. В том-то дело вступил. Но у меня жалобы еще вас... могу рассказать. Пожалуйста, но дело в том, что прийти надо. Ну ладно. На какое число? Давай завтра. Так. У меня решения нет еще. Возможно, но у наших решений уже есть. Вот вы быстрее делаете, чем я. Видите, это как-то мое право нельзя нарушать, правильно? Вот, тебе надо прийти и эти вопросы все порешать. Так, тут ничего не происходит. Он тоже 19 пишу, да? А, я завтра беру. 3-го. Или время написать? Ну, а сколько? Я не знаю, но 19-го, время-то, я не знаю, после обеда я приду. Во сколько? 2 часа. Давай, пишу. Она неправильно берет? Там вот, робот? Злата нет. Если вдруг ее не будет, там ее подменят. Угу. Потому что дело-то серьезное, вроде как. Серьезно? Ну ладно. Кто? Представление в моей версии. Вот, самое главное, прочитай вот эти вот видимо шрифтом. Так, сейчас я подожди, все уже не запомнил.
от вчера, 18 марта 2015 году, в зале судебного заседания. Предоставил мне Звездов, судебный пристав, повестку об исполнении, чтобы я явился. Вот. Двум часам 19 марта Евдоковой. Вот Евдокова. Евдоковой. Вот сейчас направляюсь. Время у нас 13 часов 41 минута 19 числа. Направляюсь в СП. Я желаю. Как процедура? Вот у нас второй СП. А обязательно. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. А где Евдокова? Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Так, кто будет Евдокова у нас? Информирую, что провожу видеозапись. У нас подожду. А удостоверение я могу? Евдокова, готов. Принц. Поставили.
потом убежал. Так, так, удостоверение покажите, пожалуйста. Евдокова Кристина Александровна. Студент, третий слово. А? В смысле? Недостаточно. Извините, форму можно купить. Дальше. Все запретительные меры должны быть в письменной форме. Еще раз повторяю. Так, давайте мне не будем это самое, идите туда, увидите то. Если вы применяете запретительные меры, будьте любезны в письменной форме. В письменной форме сегодня сделайте мне, что я не имею права воспользоваться конституционными своими правами. В письменной форме будьте любезны. И будем беседовать. Мало ли что хочу. Я тоже много что хочу. Я же не хочу вот сюда ходить, но вынужден, правильно? Еще раз повторяю, будьте любезны, в письменной форме мне, сюда, как гражданину, запретительные меры. Я еще раз вас прошу, отключить нет. Аудио, видео. Нет. Нет. Не вы, подождите, пойдете? Давайте я побеседую. Нет, потому что... сейчас побеседуйте, пойдемте, да. Я вам покажу. Вы, я видел. Запретить, я еще... Поэтому так, я еще раз говорю, камеру, пожалуйста, отключите. Так, вы кто? Вы не знаете, кто я? Нет. Я вам удостоверение покажите. Пожалуйста. То есть вы меня применяете силу в отношении меня? Я еще пока не применю. Так, так, Шихмат, подождите, прочитай. Шихмат Николаевич, снимать подождите. Не надо, снимать кто? Не надо, камеру. Так. Чего такое? Руки чего? Убрали, руки убрали. А что вы применяете силу? Смотрите, руки. Так, руки, говорю, убрали. Руки убрали. Что? Нет, что вы применяете силу в отношении меня? Так, читайте. Не фотографируйте. Я, подождите, Шихмат Николаевич. Все. Так, руки убрали. Дальше читайте. Начальник отдела. Вот такое преступление творится здесь. Так. Теперь присели, даем объяснение судебному приставу. Даю объяснение. Ни перед кем я не собираюсь обещаться. Так, будьте любезны. Запретительные меры мне в письменной форме. В письменной форме, будьте любезны. Как должно лицо? Запретительные меры. Так, заявление о преступлении примите, пожалуйста. Какое заявление преступления? Вы имеете, мне не смешно. Какое заявление преступления? Вы должностное лицо. Так, вы знаете, что ведомственного приказа нет. Когда гражданин обращается с заявлением о преступлении, вы обязаны принять его. Преступление за где случилось? Так, примите у меня заявление о преступлении. Нет, не путаю. Какое преступление? Будьте любезны, примите меня, пожалуйста. Так, где производство исполнителя? Кузнецов Георгий Александрович. Вы меня слышите? Я не хочу, ну, чтобы вы... Нет, подождите. Вы должны остановиться. Вы публичный человек. Вы публичный человек. Я вам еще раз говорю, пойдемте на вход, если вы не видели. Вы публичный вы человек. Объявление? Вы, нет, подожди, вы публичный. Нет, вы публичный. Вопрос. Вы публичный человек. Шапку в головной убор снимите в помещении. Подождите. Вы публичный человек. Так, вы не понимаете меня? Не понимаю. Публичный человек, говорю вы. Вопрос. Публичный вопрос. Публичный человек. Так, значит, должник Кузнецов Георгий Александрович. Штраф какие-то административные наказания. 500 рублей. Оплачивать его. Когда будем? Нет, подождите. Вы давайте мне примите заявление о преступлении на данный момент. С заявлением о преступлении обращайтесь в РОВД. Так, минуту. Вы не знаете даже инструкции. Вы сюда пришли зачем? Во-первых, я... по извещению, по кто? Повышению ваших долгов. Кто дал указание, кстати? Звездов мне вручил здание суда. Извещение, кто дал указание? Указание кто давал? Судебный пристав исполнитель. Кто? Слушайте, вы... Кто? Уберете свой, нет? Нет, не убираю, это моя собственность. Кто именно? Я фиксирую. Кто именно? Ледокова? Вызови ОПДСников сюда. Нарушает установленный порядок. О каком порядке идете? Вы сюда вызваны как должник по материалу исполнительного производства. Ну я
реализую гарантированные законы. Вот вы реализуете права. Свои права после того, когда дадите объяснение. Вы получили постановление о возбуждении исполнительных производств. Вы погашать их собираетесь, нет? Подождите. Вы давали мне? В каком виде давали? Будьте любезны, объясните мне. Извещение, уведомление о получении гражданина. Мы вам посылали заказ. Видео уберите, пожалуйста. Так, будьте любезны, давайте не будем ограничивать мое конституционное право. Ваше конституционное право никто не ограничит. Вы злоупотребляете своими положениями. Да вы мне синяки уже наделали. Вы злоупотребляете своим положением. Да вы что? На входе висит объявление по поводу того, что съемка только после согласования с администрацией организации. Да вы что? Есть конституция. Есть. Я не желаю, чтобы мое изображение... Вы публичный человек. ...публиковалось где-либо. Я вы публичный человек. Вы публичный человек. Вы публичный человек. Обо мне. В случае того, если моя публикация где-то появляется, я обращаюсь в гражданский иском суд о взыскании с вами ущерба. Хорошо, ну вы безусловно. Продолжаем дальше. Вы сюда вызваны как должник по материалам исполнительных производств. Трех. Так. Постановление возбуждения вы получили? Нет. Вы получили об этом свидетельство? Мне в каком виде? Нет, в каком виде вы предоставили? Я вам направляла все письма заказной корреспонденции. Так. У вас есть отметка Банка России, Почты России о том, что вы эти письма получили. О возбуждении исполнительного производства на сумму 500 рублей по штрафу суда о том, что в отношении вас назначено наказание в виде 500 рублей по статье 17.3 части 2. Также о задолженности на сумму 36 тысяч 700 рублей о взыскании задолженности в пользу МВД России. Я также вам направляла заказной корреспонденции. Вы получили 26 февраля 2015 года. Согласно законодательству. Какого? О службе судебных приставов. Так. То есть федерального закона вы должны были после получения данного письма собраться и в течение 5 месяцев задолженности погасить. Вы погасили что-нибудь? Так, во-первых, здесь я имею право ознакомиться с материалом дела, правильно? Вот, я желаю ознакомиться, пожалуйста, на каком у вас, на каком основании у вас надо, да, и получить требуемые мне копии материалов. Копии материалов исполнительного производства вы можете снять, откопировать только своим копировальным аппаратом. Угу. Вам постановление направлено. Вот материалы, можете с ними ознакомиться. Угу. Ознакомьтесь. Угу. Далее. Штраф так. Суда 500 рублей вы оплачивали? Так. Насчет чего? Я вам только что сказала, что в отношении вас... Я на данный момент я желаю ознакомиться с материалом дела, потому как здесь террор практически. Вот. И после того, как... Нет, после того, как я ознакомлюсь, буду говорить. Правильно? А почему дела не прошиты, не пронумерованы? Значит так, фотографировать не, дела не, вы не имеете права. Нет, ради бога. Да вы что, как, где, пусть каком основании опять? Вот, вот видите, вы показываете свою некомпетентность, девушка. Ах, вот оно. Да, вы что, конечно. Отлично. Вы показываете свою некомпетентность. Вам прямо задали вопрос, Георгий Александрович. Так, почему не прошиты, не пронумерованы? Это документ вопрос. В работе, он подшивается, когда сдается в архив. Нет, подождите. И вы нам будете вопросы, это здесь, мы вам вопросы задаем. Вы задолженность погасили, нет, у вас квитанция об оплате есть? Имеется. Где так, квитанция? Вы... Нет, я что, должен показывать сейчас? Естественно. Вы должны предъявить случай непогашения. Дайте мне, пожалуйста, материал дела, прошитый, пронумерованный. Вам еще раз говорят, что прошивается, пронумеровывается тогда, когда сдается в архив. Прошнуруйте, пронумеруйте, я приду. На данный момент я не вижу смысла. Время вы удаляетесь от нас. А вы сами применяете силу и заявление о преступлении не принимаете. Так было? Значит, заявление о преступлении примите, пожалуйста. Вот туда за стекло, пожалуйста, можете. Можно, да? Конечно. Все хорошо. То есть КУСП зарегистрируют там? Зарегистрируют. Вы только объяснение по поводу материалов исполнительных производств. КУСП зарегистрирует? Вы слышите меня, нет? КУСП зарегистрирует? Разговор сейчас идет в отношении вас. А я никуда не убегаю. КУСП зарегистрирует? Зарегистрирует. Сейчас. Зарегистрирует. Вы я приду, Николай. Давайте, идите. Приду. Что вы сказали, придурок? Так, что вы сказали? Кто-то что вы сказали? Нет, что вы сказали? Нет, придурок хотели, сказали? Хотели подать заявление. Нет, подождите. Подайте. Придурок сказали? Подождите. А вы имеете право такое? Николай Игоревич. Подайте заявление, которое... Вы уже превышаете свои должностные полномочия? Да, да, да. Вам не кажется? Нет, не кажется.
Куэста, зарегистрируйте, пожалуйста. Заявление преступления. УСП, зарегистрируйте, пожалуйста, талон уведомления. Я принимаю входящую корреспонденцию. Не понял, чего? Первый кабинет пройдите. Ага, первый кабинет? Все замечательно. Ну, первый кабинет идет. Здравствуйте. Заявление о преступлении, примите, пожалуйста. Заявление преступления, точно. Я же вас оплатить должен еще о преступлении, точно. Вы говорите, это дошли. Нет, это да, мне же опросить надо вас. Что это такое? Заявление преступления? Юрий Алексеевич. Ага, смотрите, я принять не могу, я не такой орган, что принимать. Мне начальник есть открытый, я могу принять. И начальник я прочитать могу. А есть такая инструкция о едином порядке организации приема, регистрации, проверки Федеральной службы судебных приставов? Без отписки, номер, не имею права принимать, понимаете, без отписки. Мне еще никем не отписано это. Я просто смотрю. То есть не желаете? Нет, я посмотрю сейчас, вы еще пишите еще. Я еще не прочитал. Второй результат есть? Еду. Вы обвиняете получать кого-то? В чем? Скажите коротко, ясно. Давайте я пойду зарегистрирую, и потом по существу будет вопрос. Хорошо? Я с вас еще подождите сейчас, вы этим разберетесь, потом не забудьте. Я зайду, папа, зайду я. Зарегистрирую преступление вот как раз вот по этому факту, если у меня вас объяснение надо. Угу. Пока вы здесь. Не возражаете, надеюсь, да? А? Не возражаете, пока вы здесь, говорит? Нет, я приду. Я, дайте, я зарегистрирую. Я посмотрю еще, подождите чуть-чуть. Если вы же мне дали, дайте почитывайте. Это подается куда? Следственный комитет, правильно? Обратите внимание на инструкцию. Вот такая инструкция имеется. Прием сообщения преступления. Да, мы должны отправить туда. Ну вот примите, пожалуйста, будьте любезны. Ну, я не имею права принимать, понимаете, у нас есть начальник. Подписывает. Зарегистрируй в курсе, например, начальник мне пишет, тогда я обязан. Угу. Я такой дознаватель. У меня начальник органа дознания. Туда, да? Начальник органа дознания, у меня есть. Так. Вот на этом экземпляре поставьте, пожалуйста. А входящий поставьте, пожалуйста.
Поставили, да? Все, хорошо, спасибо. Так, когда я могу прийти со своей ненужной техникой? В любое время. Вы можете прямо сейчас на телефон. Ну нет, я желаю своей ненужной техникой бумажной видео. Пожалуйста, пожалуйста. Можете хоть сейчас, через час. Ну, через завтра я подойду со своей ненужной техникой. Юрий Витальевич, у нас исполнительный вообще-то у меня один такой. Ну, извините, я имею право такое? Вы имеете право. Вы сказали, да? Любое время, пожалуйста. Вот, я завтра подойду. Сколько сейчас, материалов? Сейчас мы на вас оставим протокол, вы не спросили на правонарушение. Я вам выставлю требования. Угу. Вы сейчас на чем к нам приехали? На машине. А что? На Мерседесе? Я вас спрашиваю. Может, я Мерседесы? Я вам задала конкретный вопрос. Требую конкретного ответа. На чем вы? На Мерседесе. Отлично, пойдемте. Куда? Откуда на том. Угу. Пойдемте? Пойдемте. Значит так. У вас нервный тик или как? Что-то как-то дергаетесь, так я беспокоюсь. Значит, сейчас я составляю на вас протокол в административном правонарушении. По части 1.2.25. За неисполнение решения суда. Решение суда вам знакомо. Ну вы, честно, не даете мне ознакомиться даже в полной мере. Я вот вам открыла. Вы мне, да, я могу получить, изучить и потом дать обоснованно. Подождите. Я дома ознакомлюсь. Поэтому когда вы можете прямо сейчас ознакомиться, снять копию, все что угодно. А снять копии, как раз я же говорю, что я завтра подойду, сниму копию. Правильно? Ну, ознакомлюсь. Зачем нам завтра? Комфортных условиях. Ну, составляйте. Нет. Нет. Вы откуда вы? А вы откуда знаете, что я не приду? Требования вручай. Я вам вручаю требования на то, чтобы вы мне представили автомобиль марки ВАЗ-2105, цвет фиолетовый, до суммы 2351, ВН-12. С целью уважения ареста. Также вы снимаете все ваши действия на видеоаудиоаппаратуру. Также мне нужна эта аппаратура для наложения ареста. Также вы мне завтра же в 10 утра предоставляете список имущества, на которое может быть наложен арест. В случае, если вы этого не делаете, здесь как раз мне не является ни с автомобилем, ни с имуществом, я, соответственно, принимаю решение о увеличении вашей административной ответственности по статье 17.14. Также я вам вручаю извещение о вызове на прием судебного пристава исполнителя завтра на 10 утра, в котором говорится о том, что если вы завтра ко мне не приходите, я вас привлекаю к административной ответственности ваше. Далее, в отношении вас я вынесла постановление об ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Вы сейчас также в этом смысле. Значит так, требования. Так, 2 экземпляров? Я вам сделаю экземпляр. Так, сделайте, пожалуйста, экземпляр и прошнуруйте, пронумеруйте, пожалуйста. И я 2 экземпляров подпишу. Пока не сделано, я подпишу. Я вам делаю, что... Сделайте, будьте любезны, прошнуруйте, постановление. Сделайте, пожалуйста. Я... Вам сейчас все это переписать. Ну, извините. Нет, я ксерокопирую. Отдавай оригинал, что у тебя остается. На копию у тебя распишется. Да. Прошнуруйте, пронумеруйте, пожалуйста. По поводу прошнуровки и пронумеровки, инструкции по делу производства, мне не существует. Крепление, скрепление. Как все запущено. У вас, наверное, дом по полкам все лежит. Конечно. Ну, вы же желаете... Эти коня давать? Не обязательно. Вот. Думаю, вы уже оскорбили меня, уже, честно говоря. Уже форма, сумма долга с вами известна вообще? Нет. Общая сумма долга, я продолжу, чтобы сразу время перейти. У нас клиент такой. Какой? Какой клиент? Персональный. VIP. А, VIP. С чем это связано? У нас VIP персона. Значит, у нас по радио, по телевидению выступаете. А, 500 ну. рублей штраф как административное наказание. Угу. Вы его, говорите, не платили? К
Кто говорит? Кто говорит? Это вы решаете уже. Нет, слушайте, вы за меня решите уже. Вы вообще ничего не говорите. Нет. Вы говорите на отвлеченные темы. Вы никак не пойдет. Вы же утверждаете уже. Ну, я, извините, если... Если бы вы его оплачивали, нам бы, во всяком случае, пришло уведомление о вашем платеже. Ну, вы утверждаете уже. Что вы о чем говорите? Это о чем? Вот этот документ. О том, что в случае неявки в 10 утра в отношении вас будет составлен протокол административного правонарушения. Ага. Завтра. То есть вы должны будете завтра мне в 10 утра предоставить автомобиль марки ВАЗ-2105, светло-фиолетовый, ВОЗ номер Е351, ВН-12, также имущество, которое я уже выше оглашала. Можете с расшифровкой. Понятно. Позвольте, представьте себе, я сейчас читаю, пожалуйста. Это вам остается? Я оригинал, да, это работа себе вот это оригинал мне даете? Общая сумма долга, судя за ним такая, и санкция штрафная, случае неисполнения, по исполнительному сбору, в случае не предоставления финансов, по оплате самого. Все?
В размере 36 700 позже МВД по республике Мариинск. Вы эту задолженность оплачивали? Будете оплачивать или не будете? Нет, на данный момент вы даже не дали мне ознакомиться. Еще раз повторяю, я же хочу ознакомиться. Нет, завтра, я завтра же приду, я сказал же. Я вам задаю вопросы сейчас. Сейчас ответ я не буду давать, пока не буду. Потому что на арест на автомобиль мы будем сейчас накладывать, поэтому мне нужно знать, оплачиваю в этот долг или не оплачиваю. Я знаю, что вы не оплачиваете, правильно? Ну нет, вы откуда? Из каких источников у вас? Если бы вы оплачивали, я думаю, МВД бы меня представили. Ага, либо вы бы сейчас бы здесь не сидели, не юлили. Нет, что я юли? Нет, юли, не юли. Да что за слова такие? Юли, не юли. Нет. Вам высылали постановление о возбуждении. У меня есть данные с Почты России о том, что вы получали, соответственно, постановление о возбуждении. Там четко было написано, по какому исполнительному лицу, о взыскании в каком размере, кто взыскатель. Соответственно, как только вам вчера вручили извещение, я, кстати, выписываю исполнителя, вы уже должны были знать, что должен был вызывают, и принести мне данные квитанции. Вы этого не сделали. Так, значит, вы не захотели... Вот у меня протокол. Значит, общая сумма задолженности у вас на сегодняшний день составляет. ₽37 400. В случае, если в течение 5 рабочих дней вы эту сумму задолженности не погашаете, я выношу постановление. Вынесение исполнительства в городе применяют вам меры принудительного исполнения. Сейчас если арест на автомобиль будет наложен сегодня. Это понятно. Сами говорят, сами отвечают. Молодцы. Я вам говорила о том, что перед тем срок у вас уже есть. Нет. Дальше. Говорите. Видимо, вы хотите желать общаться. Да, я сейчас на вас протокол что-то ставлю. Я сюда приехал, в Нет, вы подождите, Оксана. Я вам еще раз говорю, вы получали постановление в обсуждении. Вы должны были знать, по какому поводу вас сюда вызывают. Я вообще не в курсе. Я пришел, вы меня тут оскорбили, физическую силу применили, пришел я сам. 2000. Нет, подождите. Вы можете предложить сами какое-то имущество. Требования я вам вручила. Вы дадите 4 утра, должны выдать исполнить. Ну, исполнить, дайте мне возможность. Ну, пожалуйста, исполняйте. Нет, вы сейчас на данный момент. Давайте дальше продолжаем. Что там у вас? Протокол административный. Оставляйте тогда, если на эту пашку. Что там, я не знаю. Вы уже тут подготовили. За меня все решили. И сейчас уже перед фактом ставите меня. Это о чем? Что? Согласно законодательству, вы должны были штраф в размере 500 рублей.
Это по поводу 500 рублей? Да, вы должны были его оплатить до 3 февраля 2015 года. До 3 февраля 2015 года в суд не представлял никаких квитанций, никаких заявлений о рассрочке, либо отсрочке исполнения постановления значения административного наказания. После поступления на исполнение исполнительного лица расписываться вы будете только синими пашей, черными лицами. Почему? А где написано, что вы что-то стоят? Вопрос первый. Еще хотим присутствовать, что объявляете? Согласно статье 41 Федеральной Федерации, вы можете внести ответы в себя и свои действия. Также, согласно статье 25.4.25.1, ну, протокол-то мне дайте тогда. Вот я вам даю. Вы не переживайте. Мы копии всем должникам. Да, даете? Только тогда, когда они распишутся, вы от них ничем не отличаетесь. Вы все равно. Значит, так, 1 октября 2014 года первым судебным участком номер 19 в отношении вас было вынесено решение в отношении вас о вынесении вам административного штрафа в размере 500 рублей по статье 17.3 части 2. Вы должны были его оплатить 3 февраля, вы его не оплатили после поступления исполнительного листа в службу комитета, вы также не предоставили никаких документов, ничего о том, что вы заплатили этот штраф. Вы согласны с этим переводчиком? Я что такое? Потом по поводу переводчика. Так, что такое статья 17.7? Это наша статья. Административная ответственность. Нет, тут же смотрите, видите, как здесь написано. Которому зычные его обязанности предусмотрены статьей 25.10 кодекса, и он предупрежден об ответственности, предусмотренной статьей 17.7, 17.8. 17.8 восклицательный. А 17.7? А переводчик вам уголовный? Уголовный. Так, вот здесь вот пишите объяснение, почему вы не оплатили штраф, оплатили ли его, не оплатили его, когда собираетесь оплачивать, собираетесь ли его вообще я же имею право писать то, что я думаю, да? Сейчас вы должны писать именно то, что исключило возможность вами оплаты административного штрафа, а не то, что вы сюда пришли, знакомились с производством, подали заявление о преступлении. Знаете, где это будет интересно? Давайте за него решать я буду. Кто там? Я все равно буду сейчас с вами судебным заседанием.
Так все, да, здесь? А копию ты доставьте, я сам, я получу и распишу с вами. Нет, напишу, сделайте, пожалуйста, я хорошо. Я в обоих, да, в обоих я. Наверное или точно? Ну да. Thank you.
ответа? Да. 19.20. Время сколько? 14.20. 19.20. Угу. Копии-то верно, напишите, что вы как-то это... Я, конечно, я зарегистрирую вам. Сколько я написал там времени? Значит, постановление о подтверждении вы мне расскажете завтра, когда приедет на самом деле материал. Ну, вы печать поставьте, как я. Ну, как не переживать, тут уже, сами видите, ситуация какая. Спасибо. То есть сразу меня хотите доставить? А протокол задержания тогда сделаете? Доставление. Доставление. Мы вас не задерживаем. А как не задерживаем? В добровольном порядке. Вы же нас все грамотно, вы знаете, что вы составили протокол, соответственно, вы должны быть протоколом, ну, я не знаю. Может, что-то изменилось. Вот такая вот картина. Интересно.
такого, куда ушел? А вы меня охраняете? Нет, я охраняю. Ну, от вас я все ожидаю. Вы же как собака-то раз и меня чуть помните. Нет, хватали же. Как, почему как собака меня оставляете? Я вот. Собака. Нет. А? Я здесь живу. Вам сказали, вы раз хватаете. Даже не так было. Чеботаев стоит, который по указанию Корнилова хватал и выгонял, тоже снимает, подтверждая то, что здесь творится, показывает заинтересованность во всех происходящих делах. Вот. Не хочет даже комментировать, надо убегает. Вот. Хотя ведет себя очень даже смело в каких-то местах. Укручивает руки, выгонять. И применять силы. Очень даже гораздо. Вот обратите внимание на этого гражданина. И запомните. Народ должен знать лицо данных героев наших. Номер ОП 109-52. Федеральная служба судебных приставов России, видимо. Вот такие люди, которые боятся даже. Вот, показать лицо. Хотя они уже зафиксированы везде. Я правильно говорю? Заявленного требования о том, что вы просите адвоката. Ну, все к адвокату звонили, никто не может. И как, что поступить? Предлагайте. Может, без адвоката? Ну, или вы прям настаиваете? Ну, я не знаю, вы уже составили протокол, поехали тогда, я не знаю. О чем может быть? Ну, сейчас, конечно, возможно, с этим поговорить. Так, может, вы переведете, что вы написали? Да это, честно говоря, судья пускай думает, смотрит. Согласен, подтверждает факты, но заявленный ход. Это же судья, правильно я написал? Ну, да. Вот, ну, а что пусть дает объяснение, но...
никто из адвокатов разбить их не может. Что предлагаете, Николай Викторович? Я предлагаю вам своего адвоката пригласить. На данный момент вы же уже перед фактом поставили, осталось через мировой суд, да? Да. Ну, поехали, что, я тоже время мне. Ну, я так думаю, что без пути. Ну, я не знаю, тут сейчас сидеть ждать до, как сказать, до какого времени? Я не буду ждать. Завтра, как сделать, то убить с утра. Я буду. С автомобилем. Может, я заплачу ему. Вы сейчас, я говорю, решаете все вопросы. Я могу перемещаться в мировой суд? Сейчас мы вас отведем. Нет, я на своей поеду в мировой суд. А? Сейчас я уточню, как нам лучше с вами сделать. Я никуда не собираюсь. Вот Чеботаев тянет со мной, как раз он в багажник себя положил. Ни в коем случае. Нет, вы не живое имущество? Не лезь. Ой. Я же ничего не куда? Делаю. Куда вы? Если голосовой, я не против, можно с вами. А я, честно говоря, Чеботаев багажник. Я ни в коем случае. Багажник, нет, я живого человека. Поехали. Все, поедешь? Поехали. Что, ладно. Мы поехали, направляемся. Ладно, пауза, как говорится, на этом. Видимо, я надеюсь, конечно, меня избивать не будет. Тут, я надеюсь, живы-здоровы будем, да? Все, Чеботаев. Поля. Ну, вы сильно бить не будете меня? Федерали. А я знаю. Преступные деяния мы не совершаем. Нет, да? Алло, Борис. Тогда только один. Ну я поеду один, все, куда я езжу, собираюсь. Ты меня хорошо? Да. Какой кипиш был вокруг моей персоны? Что? Тут этот меня оскорбляет, как долбоёб называет. Ну там я не знаю, какой кипиш такой. Что ты моя персона так задевает? Что? Протокол составили? Да, 20.25. Я что тут? Я не знаю, что там делал. Кого? А да? Нет, ты просто... Это... Сейчас, нет? Вадик, ты куда поедешь? Меня потом обратно до машины-то. Ну? А что, машину оставляешь? Ну что? Закрыт. Поехали, да? Ну, первый. Я не знаю, кому кнать. Ничего не составили. Мы его перед папой поставили. Ты что, поднял условия? Как и еще? Я даже пришел. Иди. Меня Гердоков вообще сказал. Да. Иди. Ой, а что бы случилось-то? Не знаю, иди, Гердоков. Я пришел, меня тут, блин, по башке не дал. Вот он. Хватал, блин. Оскорбил. Нет. При таких обстоятельствах как можно вообще-то? Что-то говорит, слышишь? А что он вроде спокойный мужик? Нет, ты меня спрашиваешь? На видео есть. Так, мы на него не похожи уже там. А вот увидишь, смотри. А, да, смотри. Вот, придет на место. Так, смотри, видите? Да что вы так-то? Ну я же фиксирую то, что есть, я же лишнего не делал, правильно? Я же в коробке не был. Ну согласен? Нет, меня же не было там, я не видел. Ну нет, так-то обычно, вот не видишь ли? Так-то, да. Я только государственный орган, милиции приказал, фиксирую то, что то я обращаюсь, правильно? И то, что я вижу, я же какие-то запрещенные вещи-то я не делаю. Ну и там, я не знаю, прошу то, что надо, правильно? Смотрите, ты меня спрашивал. Дай этот, как его, объяснение, что я самое даю. Дайте мне, говорю,
Все, больше минуты, я не ну, лишнего не прошу. Когда вот, конечно, начинает это, упираться, я уж так начинаю, да. Лишнего я не прошу. Везде что же пришел, а он какой-то доказывает. Так, нет, а... Я говорю, дайте мне так, нет. Ну, что там? Все, у меня там куча этих запретов, куча каких-то этих... Сам видел. Смотри, говорю, мы еще удивлены, что ты пришел. А я говорю, а что? Скрываться-то, блин, то есть... Ну, пришел, пришел, ну, я не знаю. А этот штраф, это что? Это вот то, что в том где бы районе? Как? В каком? В районе? МВДовский видел. МВДовский, но он находится на стадии рассмотрения еще. Ну, не до конца, не выходит еще, понимаешь, нет? Нет, тут заявление. А тут меня взяли вахтами. Ну, что такое? Я же не скрываю. Миша, как скажем? Голова. Голова, да. Голова, не раз ты приходил? Миша, раз зачем я буду ходить? Давай так. Ну, так, обычно. Вот, чтобы скандали там, как обычно мне говорят. Вот, пришел, скандали. Я лишний раз выхожу. Чисто вот из каких-то побуждений новых, понимаешь? Ну, пришел. Заходил, а? Ну, не да. Что-то отдал. Все, на этом устанавливаю. Начаться пришел я сюда, все добровольно. Ты меня на руки вырвал, самый, ей-богу. Хватает меня, я говорю, блин, я... Мне просто выставил на одну. Увидишь потом. Ну что такое? Я говорю, начальник. А никто не слышал, говорит. Я говорю, на глаз, никто не слышал. Все. В кабинете. Это что, нормально разве, да? Вчера в интернете видел фотографию, человек, я вам проводил через столе. Да, в городе. А там я показывал, что девятка. А, у вас власти болит. Там вообще заезжаешь, я еще спрашиваю, что говорят, что дороги делают. Я, может, говорю, не батарею дороги езжу, говорю, ты? Да, вот где-то, говорю, дороги где? Ну я, может, не туда езжу, не по той дороге. Я вообще дорог не видел, говорю. Где-то даже. Где, говорю, дороги ты делаешь? Скажите мне, откуда я? Работа только что. Мне это, знаешь, мало интересует, понимаешь? Назначил другого министра, понимаешь, его можно назначить? Ну, а ты можешь, да? Да, другой. Да. Орла. Орла. Да, наверное, бывший. Да, там какой-то там. Он же сам разрешил. Натуральный террор здесь тоже, слышишь? Пришел, шут, ну я тут локально. Ну, я делаю, ну, ладно. Вот параллельно. А вот, ну, поставь. Чтобы не подтвердили, туда подставишь. Ну, понял, Вован. И ты что скажи, Вован мне сказал. Потребовал. Потребовал. Меня требует.
блин, стоп хотя бы как-то надо посмотреть это все еще. Там быстро делали, помните? Все-таки доставили? Девочка? Ну так и есть, что, я же не по твоему ли приехал? Да, задержание просил, мне составили шутку, меня взяли там, побили. Побили, да нет. Шахматов. Увидишь потом в интернете? Особо опасного рецидивиста поймали. Да, был. То есть, в милицию пришли прыжком. Ага. Я говорю, вот, сразу. Взяли, арестовали. Ну, поймали, видите, и такая же картина. Он же, говорит, сам пришел. Крепкий, думаю, я вот сейчас уже пришел, меня раз, ты не бивай сюда-сюда, и да, поехали, ты ёк, может, что такое? Парательный волк. Thank you.
Защитника, да? Требую, да? В какой момент? С момента составления протокола или с момента рассмотрения дела в суде? Я не знаю, меня перед фактом поставили. Я пришел сюда. С какого момента вы требуете адвоката? Я требую, я был с момента составления. Вот конечно. Я же не мог. Меня перед фактом. Вы применили силу, оскорбили меня списком. Пришел я туда. Ну, это понятно.
если бы я знал, что там такие террористические действия будут проходить. Надо адвокатом сразу входить, да? Я вообще удивлен. Когда приставом заходишь, тогда он сразу показывает, бум, стукнул, и теперь подписывает. Пока он ничего не понимает, и пьет. Что-то вы дергаетесь, вы дерганы какая-то. Нормально на работе, или все? Что-то... У меня первый раз практика. Да? Что-то... Боевое крещение вместе. Ну, понятно. Нет, крещение-то какой-то... Да. Вы дерганы какие-то. Вот. Я же со здоровым человеком хочу общаться, вы что-то мне не внушаете здоровье. Дайте мне... Вы я один. Просто свое мнение высказал. Какой-то нервный тик какой-то у вас.
Я суду предоставлю, чтобы прочитать. Что я буду читать вам? Вы в конфликте читаете, вы применяете в отношении меня силы, оскорбляете. Если в отношении вас не применили, и? А? Если в отношении вас силы применили. Оскорбляете, ну что-то, еще что-то я должен с вами. Ха! Увидите в Ютубе. Да я уже не могу начать. Я говорю, к вам приходят, да и сразу этот, с порога, блядь, поговорят, бум. Ну ладно, что вы меня пугаете? Что вы меня пугаете? Я пришел урегулировать вопрос, а вы вот тут, а, это не заплатил, на тебе, это не заплатил, на тебе. Переспал у меня, а, это не, я уже, извините.
после определения срочного материала. Опять здесь. Время 15 часов 29 минут. Ушел из мира.